Здравствуйте, Руслан. Это видео про ваш одуванчик для наклейки на КПН для Юпитер-37А. Я запрограммировал фокусное расстояние 135 мм и диафрагмы от 3,5 до 22. Как наклеивать, вы уже посмотрели. Делайте все аккуратно. Вот упаковочка. Это специальная полочка, калибр. И вот ваш одуванчик. Вот. И еще очень важный момент. У вас камера Nikon D90, у меня камера Nikon D70. Посмотрите внутрь вашей камеры. Вот в это место, где контакты. Вот видите, у меня в камере контакты справа и слева, вот эта вот планка контактная, она запрессована. Посмотрите, как закреплена ваша контактная планка. Вот здесь вот, возможно, справа и слева она закреплена винтами. Посмотрите, чтобы винт, который справа, был очень хорошо завальцован внутрь. Если он немножко выступает, как раз об него чаще всего на D90 ломают первый контакт одуванчика. То есть, если у вас эта контактная группа закреплена с помощью винтов, постарайтесь эти винты закрутить внутрь как можно глубже. И вот этот вот правый винт, если смотреть вот с этой стороны, его нужно, его острые углы нужно каким-то образом с помощью надфиля или дремеля закруглить, чтобы он не выступал. Тогда одуванчику ничего не будет грозить. В любом случае, будьте аккуратны после наклейки одуванчика. Я вам рассказал уже все нюансы. Сейчас я упакую ваш одуванчик и отправлю вам. Спасибо за внимание.